В лесу Штыка снова обнаружена аномалия. Да это же следы и говно динозавра! По следам динозавра вместе с Сережей Штыком прямое включение из леса. Штык, а ты почему так странно бежишь? Показываю, как алкаши бегают. А зачем? Ты же не пьяный. А, ну тогда как заяц? Хорошо, что хоть морковку у зайца не показывают. А, Штык, что это было? Штык, а это что? Так, слишком много вопросов, репортаж. Привал. Так, я понял. Чтобы победить опасность извне, нужно пробудить страуса в себе. Штык. Штык, я правильно лег? А что, так можно было? Можно, конечно, раз хочется. Ой, знаете, очень хочется. А то он меня со своими нравоучениями просто достал. Сейчас ударная правая. Ой, ты прям как Дзюба. А, спасибо. А ты, кстати, кто такой? А вы кто? А ты кто? Ой, знаете, вы мне не тыкайте, я вас всего 10 секунд вижу. Хочешь узнать, кто я? Сначала скажи, кто ты. Не, я хочу наоборот. Наоборот? Да. Хочешь сначала сказать, кто ты, а потом узнать, кто я? Да. Валяй, раз согласился. Блин, нет, вы меня подловили, так нечестно. Не-не-не-не-не, так не будет. Кто ты, сука, кто? А вы знаете... Кто ты, кто? Ой, не страшно, меня мама так каждый раз на работу будет. А Штык сказал, что головой нужно не орать, а думать. Кто ты, сука? Меня послали! Кто? Шеф, не надо! Я не шеф! Я лесничий. А я этот вот снимаю про говно. Про лес снимаю. Репортаж здесь говоришь? Да. А этот где? Телевизионщик. Его жена не пустила. А ты что тут? А меня никто не спрашивал. На сопку его гони. Так, слушай сюда, репортажник. Времени мало. У кого времени мало? Когда Штык очнется, передай ему. А это кто кричит, не знаете? Репортажник, много вопросов. Слушай сюда. А если это важно, давай. Да ёб твою мать! А куда он ползет? Блядь. Он что, спит и ползет? Блядь! Сука, ты будешь слушать меня или нет? Или дай Штыку, когда он проснется! А когда он проснется? Черт. Это что такое? Ну ты городской! Это ж топор! Штык, ты проснулся! А что, незаметно что? Штык! Штык, а это кто? Где? Сзади тебя! Ты что? А! Это неуловимый! А почему неуловимый? Так а кому он нужен? А что ему надо? Ему секрет водички. О, прям в это, как там большое яблоко-то будет? Нью-Йорк? Правильно, еблище. Сейчас ему совиную охоту устрою. Сейчас вебу? Так, не ругайся. Наваляй ему сейчас по системе 3-1. 3-1 я люблю. Тоже любишь кровь, кулак и круговерть? Ну все, вроде размялся. Ну давай. А теперь короночка. Сергей, здорово вы ему наваляли. Главное не просто навалять, а сделать это справедливо. Это как? Ну ты сейчас снял драку, а как ты ее покажешь? Это уже другой вопрос. Кто кого и за что бил? Вы же там в телевидении своей головой не думаете. В смысле? Как выгодно, так и показывайте. Кукушку видишь? Нет, не вижу. Видишь? Ну, допустим. А это? Орел. Насрать, что-то там кому покажешь. Потому что меня лес бережет. У меня здесь во всем полный порядок. Я и забыл совсем. Давай, слезь за мной. Штык, ты пока спал, волосатый приходил, лесничий. Да, еще хотел.
Но он тебе сначала пинок отвесил. Даже два сильных пинка. Ты чё? Сука! Прям в копчик попал. Кто попал? Кто-кто? Лесничий? Увижу голой жопой на муравейник посажу. Когда это было? Так минут пять назад. А, да? А чё это? Комедию ломаю. Давай за мной, шнурки завяжи. Так они завязаны. Так что Лесничий просил передать? Шнурки завязаны. А, научился, значит? Так я всегда умел. А, ну ты ему и завязал. В смысле? Штык, да погоди, да. Чё, подустал? Ну передохни, а я пока дальше побегу, чтобы расстояние сокращать. Что это происходит? Я не успеваю ничего сообразить. Причем здесь Лесничий со шнурками? Так ты первый начал. Да чего я начинал? Ты сказал мои шнурки, я тебе привожу. Репортаж, ты можешь по сути сказать, что Лесничий просил передать? Ну он что-то просил передать. Я смотрю, у тебя с башкой совсем беда. Давай на ходу. На ходу лучше думать. Да что опять? По ходу дела, яйцо динозавра. О, яйцо? Яйцо динозавра? Сергей, а почему их два? Хороший вопрос. Меня больше смущает, почему они отдельно от динозавра. Так, такие кадры нельзя упускать. Не, нельзя. Ползи, поснимай покрупнее, а я прикрою. Вот это да. Это же могут и премию дать. Вот это размер. Белок в глаза попал! Да это мы просто с егерем в зимний футбол играли! Мячики до сих пор не растают! Ну ладно, все, время немножко потеряли, развлеклись. Давай, след иди. Давай по сути, что Лесничий хотел? Ну он что-то просил передать. Что именно он просил передать? Ну я не помню. Может топор? Угу. Ну значит топор. Тихо, репортажник, замри, замри! Походу дела, в капкан попал. Который потерял? А ты откуда знаешь? А мне егерь сказал. А егерь откуда знаешь? А-а-а! Так, жди здесь. Так что, бери топор и руби ему ногу. Что? Ты в своем уме? Я ему сейчас ногу отрублял, а мне потом голову. Исключено. Он тебя на одной ноге не догонит. Ты! Бери топор. Ну, он же острый. Давай тогда это, запутывайся вместо меня, а я ему перерублю. А может, я тебя просто распутаю, и ты ему сам перерубишь? Запомни, чтобы выжить в лесу, нужно думать. Я думаю, я выживаю. Ты думаешь, ты выживаешь. Понял? Согласен. Ты выживаешь, а я думаю. И думаю издалека. Будешь думать издалека после того, как меня распутаешь. Давай. Да ё-моё. А, давай. Куда? Сюда? Да как так-то? Тихо, тихо. То егерь услышит и начнет шмалять из своей берданы. Значит так, сейчас распутываемся по системе. Два бобра, нора, дыра. А сработает? Полюбасос, но бывают нюансы. Давай на счет раз, два, три. Раз, два, три. А, давай. Ай, да как так-то? Я сказал, за левый край не тяни. Да я вообще никуда не тяну. Кто здесь? Кто в мои угодья залез? Кому башню снести? Я сказал, кто здесь? Или я один на один с капканом? Нет. Попробуй распутаться. Спасибо. Кто здесь? Скажи ему, сделай что-нибудь, штык! Штык! Ты здесь? Да здесь, здесь. А где здесь? Ну, стою в твоем капкане. А я где стою? Ты не в капкане. А как так вышло-то, а? Да черт его знает, как у вас тут все выходит. Лес чудес просто. Ты кто? Да этот репортажник с телевидения опять. А, с телевидения репортажник? А можно я его ебну, а? Да погоди ты, потом он сначала распутает нас. Сначала, значит, капкан? Да. А потом что? А потом я тебя ебну. Ну-ка давай распутывай. А, давай. Вот нас леший водит, а? Каков расклад? Расклад таков, сюда смотри. Пьешь водичку, слепота проходит, рубишь ногу репортажнику. Я протестую, это негуманно. Может, есть какой-то другой способ это снять? Водичку я согласен выпить,
А вот ногу будешь резать ты. Да с хера ли я, если капкан твой? Ой, это просто баночка. А ты охотник, вот ты знаешь, как резать ногу. Это просто баночка. А, значит так, я должен каждый раз из-за твоего капкана кому-то резать или рубить ногу. Уважаемые, ситуация такова. Не перебивай! Давай, уже водичку, потом мы разберемся. Где? Вот. По носу, блядь, попал. Да я уже снял эту сраную баночку. Ты как ее снял? Да, а что ее снимать-то? Раз и все. Сука. Вот сила убеждения у егеря, а? 7 раз ногу людям резали, и все благодарны были. Капкан найдешь. Без меня не снимай. Не снимай. Штык, а что это с ним? Джига-дрыга моя любимая началась. А это побочка от водички такая. А у меня какая? Да тихо ты, не мешай. Даша! Как успехи, динозавры снял? Ну, не совсем. Конечно, не совсем, что значит? Ну, я снял следы и говно. Мне надо, чтоб... Я вам перезвоню.